Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем тестировать тюрбан для волос. Судя по комментариям, многие девчонки на него давно смотрят, но так и не берут. Поехали! Артикул у него 117-19, и он достаточно большой. У меня были тюрбаны других производителей, я покупала, они были гораздо меньше. Здесь хватит на большую длину волос, действительно, запаса. Будем с вами проверять, как раз собралась мыть голову. Он выходит со скидкой 26%, 296 рублей. Пошла мыть голову, посмотрим, как впитывает. Он на ощупь мягкий, но меня смутило просто то, что это полиэстер, 100% полиэстер. Я его терпеть не могу. Даже тряпочки дома из полиэстера я терпеть не могу на самом деле, да. Поэтому меня это, конечно, очень смутило, но отзывов очень много положительных. Вот плохого про него не написал никто, поэтому взяла и будем с вами сейчас тестировать. И вот так очаровательно это все дело выглядит на голове. Я сразу над ванной его накинула на волосы, сзади закрутила, получается, да, закрутила и сюда за пуговку задела, то есть ушки закрыты, если вам надо. Вот так вот все выглядит очень интересно. Такая шапочка. Ну, он сразу стал практически мокрый. Но что вам хочу сказать? Вот сразу по тактильным ощущениям, это полиэстер довольно хорошего качества. Серьезно. Довольно хорошего. Сейчас, не знаю, подержу какое-то время на волосах и посмотрим. Оль, пошла такая песня, вы просили еще уход за волосами показать. И опять меня сподвигли на уборку на ванной. Сейчас все вам покажу. Так, это у нас с вами новинки мужские. Гель для душа и шампунь. Кстати, муж так и не захотел, не знаю, мыть им голову от перхоти, поэтому не могу пока дать вам ответ, помогает он или нет. Да, это у нас с вами McKinley 2759. Не знаю, но ароматы классные, они очень густые, очень плотные и очень вкусно пахнут. Мне нравится даже с вот этим гелем для душа мыться. Это у нас с вами Эверест 2775. Так, дальше. Что тут у нас еще? Здесь у нас еще мужа затесался Head and Shoulders. Я тоже уважаю очень этот шампунь. Он силиконистый, он классный. Мне нравится, как после него лежат волосы. А ему он, только он помогает от перхоти. Да, ему подходит для кожи головы этот шампунь. Ну, может быть, это и привыкание. Такая, знаете, по привычке еще артикул. Какой артикул? Так, дальше. Гели для душа. Вот эти вот из новой линейки. Люблю, обожаю, моюсь вот этим... Ну, по порядку всеми. Вообще не мне все понравились по аромату. Некоторые больше, некоторые меньше. Так, это у нас с вами Лилия. Да, Лилия. Артикул Лилии 2764. Понравился больше других. Он мне больше всего понравился. И Магнолия, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, этот какой у нас? А, нет, тюльпан. Тюльпан. Магнолия меньше понравилась. И тюльпан обалденно пахнет. Я прям действительно там почувствовала нотки тюльпана. Тюльпаны мои любимые цветы. Прям обожаю. 27,65. А магнолия понравился меньше. Он в артикуле у нас с вами 27,66. Так, дальше. Сейчас вот голову помыла морожкой. Кстати, без каких-либо бальзамов, без маски. Потому что волосы сейчас в нормальном состоянии и даже не требуют таких средств. Это, во-первых. Во-вторых, я никуда не собираюсь выходить. Пусть отдохнут немножко волосы. 0,193. Обалденный шампунь. Питательный для сухих и ломких волос. Они у меня сейчас не сухие и не ломкие. Но, тем не менее, шампунь подходит. Дарит нереальный блеск. Вообще крутой, классный. Очень эту серию люблю. Оценила и маску в том числе. Так, что у нас тут еще? Корея. У нас тут еще Корея с вами. Это Капус, если я не ошибаюсь. Они где-то вот пишут все время себя. Капус, по-моему, да. Для объема. Шампунь и бальзам. Ну, знаете, обычный, средненький шампунь и бальзам. У них цена такая же. Есть ли объем? Есть, но он у меня сейчас есть от всего, потому что стрижка грамотная. Поэтому тоже не могу сказать. Так, это Восторг. Это на сайте Рандеву заказываю. Корею всегда. Это Керасис. Это Восторг. Вот эта красная линейка. Аленка Ризван ее хвалила, и я взяла по отзывам. Шампунь вот такая бадья с таким дозатором. Это крутая штукенция, девчонки, для убитых волос. Вот реально крутая. Сейчас они у меня не убитые, поэтому стоит, не пользуюсь. Покрашусь, может, убьются, и буду пользоваться снова. Просто нереально крутой шампунь и нереально крутая маска. Вот именно вот эти красные вообще, девчонки, очень крутые. Прямо рекомендую. Маска практически моментально восстанавливает и увлажняет волосы. Вообще обалденная. Дальше гель для душа, оттягиваю удовольствие, его никак не начну, Феерик и Мансуэли, аромат, который сняли с производства Faberlic, он очень крутой был, мне безумно он нравится, 84,12, пока только гели для душа,
остались от этого аромата. Так, дальше. Так, дальше поехали. Это Point. Это вы мне рекомендовали, когда краску и вот этот же бальзам, нейтрализатор желтизны. Вы знаете, без него, в принципе, волосы нормально, желтизна не так проявляется, как после краски, допустим, Faberlic, да? Ну и оттенки у нас с вами были интересные. Ну, он прикольный, он такой светло... Ну, он не светлый, нет, он совсем не светлый, он довольно насыщенный, но я бы не сказала, что он прям хорошо нейтрализует, но у меня не настолько светлые волосы, чтобы делать выводы. Может быть, на блондированных волосах вообще он будет работать круто. Так, это у нас с вами маска Капус. Я никак до нее, у меня тоже руки, девчонки, не дойдут. Поэтому не могу вам дать отзыв. Стоит открытая уже, надо использовать. Арису. Ксюша сейчас этим шампунем моет волосы. Надо его добивать тоже. Белая вот эта линеечка. Так, укрепляющий шампунь для всех типов волос. 79-26. Мне безумно нравится вообще вся серия Арису. Очень крутая. Подходит волосам не сильно убитым, то есть если они сильно поврежден, не тоже увлажняет, питает, они потом блестят, все хорошо. Но мне немножко, допустим, не хватает, совсем чуть-чуть не хватало. Сейчас, какие у меня волосы, мне ухода Арису очень даже как хватает. А на Ксюшиных волосах вообще тоже обалденно работает. Они у нее объемные, какие-то здоровые, живые. Блеск не чрезмерный, он такой вот тоже натуральный. Ну, в общем, мне очень нравится. Эффект натуральных волос. Эффект натуральных, живых, хороших волос. Так, это у нас с вами Капус. Осталось не так много. Я втираю, веря в то, что волосяные луковицы заработают сильнее и быстрее. Это для роста волос средство. Тоже на рандеву брала. Так, ссылку на рандеву теперь вам под каждым видео буду оставлять. Потому что классный сайт. Потому что там выбор косметики, классные скидки бывают крутые. Свежая косметика Фикси брала, наверное. Уже забыла. Это маска для волос. Очень, кстати, хорошая. Хорошо питает. Густое масло какао для волос восстанавливающее. Прям хорошо питает. Одна из... Это не любимая маска. Это уже новая. Маска-бальзам для кожи головы. Активатор густоты волос. Маска-бальзам. До этого маска разогревающая была. Маска-бальзам, она не разогревает. Не знаю, как хорошо работает, не работает. Один или два раза только применяла. Артикул 1736. А разогревающая маска из этой серии, вот это бомба вообще. Вот эту вещь тоже пока втираю. Не знаю, не могу ничего сказать. Но волосы не утяжеляет. Волосы выглядят хорошо. Да, мне тут два раза втирала, два раза еще осталось сегодня. Вот в Атро, наверное, тоже. Артикула там нет. На упаковке был. Касторовое масло и репейник. Беру периодически, укрепляю. Мне больше нравится с перцем, потому что действительно жжет и тоже пробуждает волосяные фолликулы. Так, артикул у нас с вами 1287. Ой, в чем это оно, господи. Нормальное масло, неплохое. Для того, чтобы луковицы попитать, вполне себе так подойдет. Я тут периодически между дублями, девчонки, закашливаюсь. Потому что мы все болеем, самый разгар. Ингаляции делаем и так далее. Так, что еще не показал? Не показал вот этот шампунь. Он мне в старой версии нравился и нравится в новой. Это черный шампунь. Он действительно черного цвета. Но когда пенится, он становится светлым. Так, артикул его 1884. Детокс шампунь. Применяю периодически. Мне кажется, он стал хуже вот в новой версии. Раньше он мне прям силиконы на раз-два с волос снимал. Нет, сейчас тоже очень хорошо очищает, но не до такого скрипа, вот как было раньше. Мне почему-то кажется так. Но тем не менее, он тоже крутой и имеет средство этот быть. И в каждом доме бы желательно, потому что раз в неделю, раз в 10 дней от этих вот всех шампуней, масок и бальзамов, силикончики, парабены и так далее, нам все это надо вымывать. Тогда волосы будут меньше жирниться и выглядеть более здоровыми, скажем так. Поэтому периодически им пользуюсь. Так, по-моему, все вам показала, рассказала, да, из имеющихся. Вот такой вот, на самом деле, небольшой арсенал. Я думала, будет гораздо хуже. А нет. Ну, давайте уж, в конце концов, тюрбан снимать. Я его сейчас закину в стирку и скажу вам, как он повел себя после стирки. Ну, как бы волосы подсушил, по сути, так же, как и полотенце, но они в тюрбане не были у меня перекрученные, потому что я волосы сразу окунула вот сюда вперед, а закрутила потом сзади и застегнула, да. То есть волосы подсушил хорошо, мою длину, то есть они прям местами даже практически сухие. Прям сейчас на свежем воздухе немножко подсохнуть и все. Тюрбан полностью мокрый. Он прям мокрый. Я думаю, многим будет интересно, как полиэстер поведет себя после стирки. Я как раз сейчас ее буду запускать и постираю вам, покажу и расскажу. Стал ли мягче, стал ли жестче, потому что пока вот он мягенький.
Еще забыла вам показать филлер Витекс, да, он мелькал у нас с вами в обзоре уходовой косметики, обещала поподробнее рассказать в видео про уход за волосами. Очень нравится, знаете, очень нравится. Не скажу, что это прям что-то крутое, это очень бюджетный продукт, да, но он действительно работает. Мне хватает, наверное, на 3 помывки головы эффекта, то есть эффект разглаженных волос, это действительно филлер. У него жутко такой химозный спиртовой запах, но он действительно волосики разглаживает, они хорошо укладываются, они блестят, они выглядят достойно, поэтому, да, у меня уже, наверное, какой-то третий или четвертый флакончик. Ну что, девчонки, постирала тюрбан. Я хочу сказать, что он не поменял ни свою форму, ни мягкость. Он остался таким же мягким, поэтому, в принципе, зачет. Мне нравится. Это такой достаточно качественный полиэстер. Я не против такого у себя дома. Ну, на этом все, мои хорошие, видео буду заканчивать. Ссылка на регистрацию Faberlic всегда под видео, а также все полезные ссылочки в инфобоксе. Всех люблю, целую, берегите себя. Всем пока-пока.